Так, всем привет! Сегодня Fisherman Hunter хочет вам продемонстрировать вот этот вот дымогенератор, которых очень много в интернете, но именно вот такой модификации я еще ни разу не видел. Помог мне в этом сварщик Евгений. Это как бы вот этот баллон, это он, его на затея. Вот эти вот ножки на вот этом вот хомуте, вот эти выкручивающие ножки, это моя идея. Теперь давайте посмотрим, кто его не видел. Сейчас смотрите. Он легкий, примерно 5 кг весит. Даже меньше. Смотрите, вот теперь открывается верх. Сейчас я вам продемонстрирую, как он быстро разбирается. Так, ладно, стой, это не показывай. Сейчас просто вот отойди и снимай. Сейчас я его как быстро разберу. Разбирается он легко и просто. Вот эта вот трубочка, которая будет к компрессору подсоединяться через вот этот вот штуцер, вкладывается вовнутрь. Сама труба, которая вкладывается в коптильню, тоже выкручивается. Получается разборный дымогенератор. Это все туда вставляется. Вот этот, покажи, Серега. Вот этот вот хомут, он сделан вот так, с болта и с гайки, короче. Он легко раскручивается. Вот этот вот барашек получается. Быстрый. Вот, хомут уже ослаб. Вот у нас получилась сама херня. Бочка отдельно, хомут отдельно. Единственное, что у нас будет некомпактно храниться, это сам хомут. Ножки скручиваются вот таким вот образом. К хомуту приварены 3 болта. И каждой трубке, вот каждой ноге, приварена гайка. Соответственно, болт входит вовнутрь гайки. А дальше он проникает в трубку. Вот. Трубка у нас 15-ка. Ножки. Ну, можно было, наверное, короче сделать. Можно было длиннее. Я не знаю, кому как удобно. Но вот я захотел сделать 45 сантиметров длиной ножки. Огнетушитель 8-ка, УП-8. Не волнуйтесь, я его не ёбнул с цеха. Мне его отдали соседние организации, списанный огнетушитель. Здесь вот еще хочу вам показать вот такая вот пробка в днище. Через нее будет высыпаться зола. Она тоже выкручивается как бы, ну чуть-чуть усилий нужно приложить, там маленечко разработать надо. Здесь отверстие для поджига. Такие. Разбираю я уже примерно 3 минутки, но можно было и быстрее это все разобрать. Кому нужно быстрее разбирать, вот эти болты короче делают. Вот вторая ножка у меня ушла. Сейчас он у меня, этот баллон должен упасть. Короче, подписывайтесь, ребята, на мой канал Fisherman Hunter, мой канал об охоте и рыбалке. Буду рад вашей подписке. Ложи в машину или на багажник велосипеда, если у вас нет колес. Всем пока!